Всем привет, меня по-прежнему зовут Юран. Сегодня у нас пресс-конференция и полностью аналоговый обзор. Мало того, что мы записываем усилитель двумя микрофонами, мы сегодня еще решили записать голос. Сегодня у нас в гостях японский Ibanez, полностью высушенный, 2001 года. Корпус у него сделан из липы, гриф клен, накладка палисандр. Здесь мы имеем стандартные ибанезовские датчики Floyd Rose. Датчики представляют собой два хамбакера и сингл. В такой комбинации мы получаем очень интересный клин. Он полностью воздушнейший. На дисторшне мы получаем достаточно зубастый, панчевый звук. Давайте послушаем, как это все звучит. Кого, Месу? Потом заберешь. Месу? Нет. Классная гитара. А, это? А бы кому не продавайте, а вот о чем.